Всем привет, с вами Соня, и Соня решила поиграть в раз. Нажмись. Сейчас мы, короче, поборемся с акулкой на плоту. Да, сразу ухожу с копьем и тычусь. Да, извините, если слышны посторонние звуки, просто это не я. Это не я, хотя это я, но для себя это не я. Господи, как я обожаю, когда я вот так вот в скобочках по-умному разговариваю, да. Да. Господи, я восхитительный нет. А еще меня удивляет то, что, то есть, я невидимый, или же создатели просто поленились сделать тень персонажа. Я не буду это спорить, потому что здравствуй, мы будем звать тебя... Петросян, да, мы будем звать его Петросян, хорошо? Договорились? Тебе это явно нравится? Просто, ну я не понимаю, можно было хотя бы тут какой-то, не знаю, намек на человека сделать, что это типа человек я, или я вампир, настолько вампир, что я живу при солнечном свете, и на меня не действует тень, там, я не знаю, как это правильно сказать, простите, просто сейчас была гроза, у меня... Фобия, то есть боязнь грозы, и, собственно, да. У меня сейчас была огромная паника, и поэтому я не знаю, что я несу. Да, я до сих пор не отошла от этой фобии. Ненавижу эту фобию, чтобы она проклята была. И, да, некоторые игры я буду проходить без звука, потому что что? Потому что правильно. У Сони звук мешает, потому что у нее и так с микропроблемой, а тут еще и звук мешать ей будет. Это рыбичка, а нет, это рыбичка, каким-то мараком рыбой поток. Вещь и Олег. Господи, как же я обожаю раз. Вещь и Олег. Нет, просто я не понимаю, где. Я чуть не по воду к нашим петросам. Солнце же село, нет пути. Просто где хотя бы веревка, просто как будто тупо крюк висит в руке, висит точнее в воздухе, ничего нету. Нету человека, который этот крюк держит. А если я кидаю этот крюк куда-то там, и там появляется веревка, типа этот крюк на веревке, то почему даже нет намека на веревку? И не надо мне еще писать, что типа, да ладно, ты не лучше. Я знаю, что я не лучше, потому что я дно. Да, я люблю называть себя дном, так что я не желаю слышать ничего более, особенно от Андрея, которому явно не понравится то, что я себя обзываю. Я дебил! Нет, смотрите, это... Ну, я могу встать на край плота, прокашляться и такой... Я наш Петросян. И такой, на весь мир, я дебил! Спасибо. Подожди. Я сейчас, короче, увидел надпись ВПС, и я просто не понимаю, откуда она здесь была. Я же вроде бы отключал ВПС. Бандикам! Ай-яй-яй, бандикам шарит! Ребята, бандикам, я люблю шарит. А я не люблю, когда бандикам шарит. Я вообще не люблю, когда программы шалят. Я напугался, не знаю, чего, но я чего-то напугался. Петросян. Вот я бы сейчас реально испугалась, если бы я так как Петросян поворачиваюсь, а он бы тут, блин, ногу мою грызет. Догрызает, а блин. Сбери это. О, блин. Да ни одной палки, твари поганые. Я не веду ни одной веревки. Твари поганые! Быстро дали мне это! Акулу, я забыл! Веревка надо! Блин, веревка надо! Сейчас как веревка надо! Бляха, сандалик! Было бы классно, если бы сюда добавили. Сейчас, подождите. Так, простите. Я не договорил. Я, короче, говорю, было бы классно, если бы сюда добавили плот. То есть, не знаю, можно было сделать... плот, там, не знаю, резиновый, к примеру. Ну, маленькая лодочка, короче. Ну, представь, что, типа,
Ты такой плывешь, плывешь. Ну, это, например, по онлайн поставьте. Ты такой плывешь, короче, и ты видишь, там твой друг, это напротив тебя, и ты такой: «Хей, чувак, можешь мне передать это несколько предметов, у меня тут их не хватает?» Он такой: «Да, конечно, но нет, но я не могу покинуть свой плод, поплыть тебе, потому что тут плавает Петрусян. А ты такой: сделай лодку и переплыви ко мне, я пока буду следить за это». А, кстати, Петрусян не рассказывает. «Я пока буду следить за твоим плотом!» И он такой: «Да, конечно!» Короче, сделай плотка и приплывет. «Петросян, богатым будешь, мы только сейчас о тебе вспоминали». Да. Я не знаю. Я жил в 2017-м, а я люблю бросаться словечками. Не знаю. В те времена, когда еще жили, наверное, наши бабушки с дедушками. Я не знаю, почему. Еще я люблю смотреть старые фильмы, то есть... Я 2 года, наверное, назад смотрела «Рая знает», и... Я не знаю, меня просто убил тот момент, когда... Там полицейский просто сидел на участке, и с ним еще был его попугай. И там то ли Рая, то ли кто пришел, получается, что-то с ним говорили, а попугай был говорящий, он такой: «Мой хозяин наркоман!» Я немного угорнул с этого момента. «Здравствуй, листва! У-у-у! Я не знаю, зачем я пою! У-ху! 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 Солнышко! У-ху! Ой, мама, я солнышко! Ого!» Я когда маме сказала, что я КамАЗ, она сказала, что если так будет продолжаться, то она будет на психиатр. Но я все равно, я буду чувствовать себя КамАЗом! Даже чего-то не КамАЗом. Врум! Убужую, убужую, говорю шепотом, потому что... Я приду к тебе ночью и шепну на ушко, что я КамАЗ! Ага! Да. Но в основном это относится к Андрею, да. Опа! Господи, у меня такое ощущение, что я просто беру такой... Выбираю, какую хочу делать вещь, то есть представляю к себе, кстати, я не знаю, я, наверное, выгляжу как какой-то... какой-то король плота. Кстати, как плот не потонул из-за того, что я стою на этой штуке. Короче, я... А чё, наверное? Короче. Мне почему-то кажется, что я такой... Хорошенько представляю себе вещь, которую я хочу сделать. Потом просто так беру свой палец и как будто на что-то указываю, хожу вот так по всему плоту, хожу по всему плоту. И где мне понравится место, такое я, короче, делаю палец вверх, и это прям хова появляется. Как будто так делаю. Это уже точно странно. Ну да ладно. Как? Я сейчас ни на что как бы не нажимал. Игра, ты решила пошалить? Пацаны, игра решила пошалить. Правда ли отлично? Не отлично? Ну вот это что было. Это что мы делаем? Ну, Соня, что там делает? Орёт. Соня орёт. Соня берёт и орёт. Орёт. Есть попугай Арра, а есть попугай Орала. Ваша Орала Орала, нет, не покрикивает. Я, блин, подсела на прохождение Динстар Виталь Вульфера. Виталя, ой, Виталя. Такой, не знаю, как тебя назвать. Ну... Буду называть его гопником. Волком-гопником, потому что он старый, он бегал за Лэнди такой: «Я девочка-гопник, я девочка-гопник, ага, я девочка-гопник». Бочка. Здравствуй, родная, здравствуй, родимый, где обниму? Ага, бочечка, ой, бочечка. Что-то не принесла, ты ничего не принесла хорошего, ай, зараза поганая, ай, что ты воду горела, ай, какие-то недовольные. Чтоб все твои семейства сдохло, ай, чтоб твоя вся семейство сдохло в этой воде, чтобы все сгнили, чтоб у вас древесины сгнили, чтоб у вас железо заржавело.
Да, это такая мама добра. Ненавижу, когда бочки не приносят мне ничего хорошего. А я не люблю бочки, я люблю в основном сундучки. Сундучки. Вот этот сундучок хороший. Ай-яй-яй. Никто это не видит, но я сейчас сижу и глажу кран. Да, типа такой, эй, какой хороший сундучок. Петросян, Петросян, иди сюда побазарить надо, Петросянушка. Петросянушка, ты что-то хочешь, да? Петросян, Петросян. Ну ладно, не хочет так хотеть. Ну вот. Это хотел с тобой поговорить, а то я выброс с тобой поговорить. А я ж столько с тобой поговорить хотела о жизни, а во всем живом, а во всем, что дышится, а во всем, что не движется. А что не движется, ты берешь и двигаешь. Давай с тобой поговорим, Петя, а? Давай, давай, не хочешь? Не хочешь, никак хочешь? Почему ты звучала как-то маньячно? Ай, Петросяночка, Петросяночка, иди сюда, давай поговорим. Поговоришь, ай, давай поговорим, ай, давай поговорим. Ай, давай поговорим, поговорим, да, а, поговорили, да, ай, чё, как? Хорошо, да, хорошо поговорили, да, ай, да, ладно. Ай, да, Петросян, ай, да, Петросян. Ай, какой смешной, он мне сейчас такую шутку рассказал, блин. Он мне, короче, подкатывает и такой, подкатывает. Он ко мне, короче, сейчас подплатит и такой, прикинь, а я пиво, ах, как смешно. Защибись просто. Правда, это смешно, короче. Защибись. Петросянушка, ты смешной, Петросянушка. Петросянушка, что ты сделал, Петросянушка? Эх, Петросянушка, Петросянушка, что ты со мной сделал? Я тебе не могу перестать орать с этого. Петросянушка. Петросянушка. Я обожаю говорить какой-то страшный. Посмотрите, я представляю опять предмет в своей голове, такой, показываю пальцем, типа, ты будешь стоять в таком, только хрясь. И да. Я не знаю, я люблю говорить каким-то маньячным голосом. Да, спасибо. Ах, Петросянушка, Петросянушка, ах, Петросянушка. Петросянушка, иди сюда попозарить надо. Петросянушка, Петросянушка. Закричал я весь, Петросянушка. Ай, родная моя, ай, молодец. Ай, что ты сдох. Я лыбу дыму, а вот я вот просто верю. Я в ней это именно никогда. А где ты такое дело? Мне главное, что Петросянушка это дух. Ну, мы не настоящий Петросянушка, мы же настоящим, мы не желаем смерти. Мы только игровым существом желаем смерти. Петросянушка от всего дела. Мне нужно видеть эту горбатую портрет. Петросянушка, от всего сердца, говорю тебе, сдохни, тварь. Хорошо? Ай, молодец, я уже с ума начала ходить. Вот что значит несколько часов в комнате, где вообще прекрасно слышен гром. Да. Как я обожаю свою фобию, боязнь молнии. Да, у меня есть болезнь молнии. Я не помню, я, по-моему, про это говорила. Или нет. Ну, короче, если я про это не говорила, я вам скажу, что у меня есть фобия, и... Да, и сегодня в видео я буду нести всякую чепуху, потому что я не могу отойти от этого... От этой грома и молнии, господи. Если бы вы сейчас слышали вот это все, что сейчас происходило у меня в городе, то у вас бы тоже... Не знаю, началась бы фобия. Это просто ужасно гром был. Я думаю, у нас сейчас дом долбанет и... Не знаю, я буду как жареная утка. А еще я не изображаю Дональда. Мама говорит, что это похоже на какого-то, не знаю, какого-то больного старика. Который с последних по... Из последних сил просит помощи. Да. ГГшечки. ГГ. Давайте, наверное, не знаю, на этом закончим, потому что я чувствую, я уже пугаю свою аудиторию. Короче, не аудиторию, что-то того, короче, я уже пугаю своих подписчиков, потому что Петросянушка, мы тут с Петросянушкой поболтали такие, и он, короче,
сказал мне, чтобы я еще раз к вам возвращалась. Я сюда вернусь, Петросянушка. Ой-ой-ой-ой-ой, вернусь. Ой, вернусь. Ой, хлебала тебе мечища. Ой, Петросянушка, ты это услышала? Ой-ой-ой, Петросянушка, Петросянушка, смотри, что у меня есть. Ой, палочка, палочка у меня есть. Хочешь, я эти палочки тебе носик почешу, а? А хочешь, глазик почешу, внутри глазика почешу. Хочешь, да? Не хочешь, ну как хочешь. Ладно, ладно, всем пока, дорогие друзья, помогите кто-нибудь, кто не знает, не знаю, кто-нибудь на телефон психбольницы.